Планетарий Казанского университета будет носить имя космонавта Алексея Леонова. Ректор КФУ объявил о том, что получено предварительное согласие героя-космонавта Алексея Леонова на присвоение планетарию Казанского университета его имени. Представители Елабужского института КФУ приняли участие в августовской конференции педагогических работников Мамадышевского муниципального района. В центре обсуждения – приоритетные задачи и актуальные проблемы системы образования. На набережной у центра семьи Казан в субботу, 27 августа, состоится вечерний киномарафон. Казанцам покажут короткометражный фильм «Под открытым небом». На международном фестивале исторической техники будут представлены раритетные автомобили начала 20 века, большая коллекция военной техники и представительских автомобилей послевоенного времени. В Казани в последние дни лета заработал городской велопрокат. В этом году систему велик из-за отсутствия финансирования запустили со значительным опозданием. День города под стенами Кремля пройдет Казан Сити Рейсинг. Казанцев ждут автокаскадерские пируэты, дрифт-шоу грузовиков и многое другое. В советском районе Казани на улице Латышских Стрелков открылся подростковый клуб «Лимонад». Вместе с жителями района радостное событие разделил мэр Казани Ильсур Меджин. При поддержке Министерства экономики Республики Татарстан детский город «Kids Space», который располагается на стадионе «Казань-Арена», выиграл грант на создание Центра молодежного инновационного творчества. «Акбарс» проиграл по булитам дома нижнекамскому «Нефтехимику». Встреча завершилась со счетом 2-1.